50 на 4, короче. Ох, бах, есть, блядь. Уебался только что. Короче, выходите. Посмотри, что делает. Ой-ой-ой-ой-ой. О, мама. Ну да, как вариант, он, смотри, да. Его машина, он с места ДТП. Скрылся, то есть? Ах ты, нихера себе! Тормози, 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 тормози! Чем, как всегда, распашки, где работаешь. Ух, ёб, ты видела? Да ты что, останавливаешься? Охренеть! Пидорас ты, блядь! Сперва, еще на лестнице, она взглянула на зарисовки ферм возле Дакоты. Вернее, это были даже не зарисовки, а как бы тезисы для... лет. Бывший продавец помидоров. Чтобы быть от тебя подальше. Ну, верно говоря.
Держись. Сука! Что ты мне хочешь сказать-то там? Опа-на! Ух ты, вот это прикольно, но... Все-таки, понимаешь, это уже экстрим, это уже перебор. Опа! I've met a lot of people, I gotta say, I've been all over, and I've seen some crazy shit, man. You can't believe the type of people I've met. What is life? Бля! Сука! Иван Сергеевич, подскажите, где деньги получить без лишней волокиты и сбора документов? Позвони в содействие. Телефон 310-0001.
слушаем на прожекторе Paris Hilton. Действительно, им не во всем нужно верить, но уж совершенно точно следует посмеяться над их. Ох, и их же тут дофига. Ёб твою мать, ты шо, слепкий? Я нисколько не пожалел, что мы за неё отдали. Есть! Твою же мать! Ты ни хера себе перевернул. Ребяшка. Ну и какого хуя? О, блядь, дозвон, ебаный. Куда вам ехать? Блядь, ты чё ебанутый, придурок, а? Твою мать, скотина! Тихо, не, мам, не психуй. Ой, тварь, а!
О! Заебись! Твою мать! Себе, блять, ебать ту Люсю, сука, я эту хуйню заснял на регистратор. Охуеть!